Канал репортер продовжує свою роботу в незвичних умовах, в умовах військового стану. Ради також сьогодні бачити нашого військового експерта, журналіст Юліана Аксьонов. Доброго дня. Вітаю вас! Говоримо про день вчорашній, день сьогоднішній. Одразу розпочнемо, я б розпочав з самих свіжих новин, оскільки ми працюємо в прямому ефірі. Є не досить втішна інформація з Херсону від губернатора Херсонщини, що армія ворога прорвала оборону. и вышла до міста. есть не такая приятная информация о обстрелах в Харькове, и продолжаются бои протягом дня, и это уже от мэра Виталия Кличка за Киев. Ваша оценка ситуации, пан а, Спасибо большое за слово. А, говорю сразу, не хочу никого обнадеживать, но и не хочу никого запугивать, делайте выводы сами. Попытаюсь максимально быть объективным. Что касается прорыва обороны Херсона, мы не знаем, насколько километров глубь состоялась в Клинине. Второй момент. Мы должны понимать, что линия обороны, как и по всему фронту, кроме Донбасса, так как там за 8 лет нарыли несколько сот километров окопов, она все время будет меняться. У нас не хватает людей, у нас не хватает техники. Давайте я приведу простую аллегорию. Вам Нужно убить большого-большого слона, но вам дают одно копье. Как вы будете это делать? Вы будете бегать вокруг слона и колоть его с разных сторон, пока он не истечет кровью. Примерно то же самое пытается делать наша армия. В условиях, когда силы противника слишком-слишком... На некоторых участках фронта, я не говорю, что это везде наблюдается, но превосходит... А второй момент. Херсон, э, прорвана оборона. Очень слишком размытая формулировка. И давайте говорить, что если даже колонна российских танков, это вот сейчас я провожу аналогию с киевской ситуацией, зайдет даже в центр города, мы не имеем права и не можем говорить, что Херсон взят. Мы должны понимать, что остальная часть города сопротивляется, там присутствуют наши военнослужащие. Поэтому говорить о том, что... Это крах всей южной группировки наших войск, а значит на юге да на юге сложная ситуация скажу сразу, но э, Херсон притормозил продвижение этих войск, потому что мы не знаем конкретно куда они шли, может быть они шли на север. На северо-восток, если быть точнее, к группировкам наших войск, которые держат оборону на Донбасском направлении. И, значит, защитники Херсона выиграли для Донбасса несколько часов в день точно. Поэтому давайте не паниковать. Что до ситуации в столице Дуже багато було інформації, що от зараз інформація остання від журналіста Соні Кошкіни, але вона спирається на е, теж офіційні джерела інформації е, з двох боків йде атака на столицю. Нашу да ну перед этим надо сказати, що були успіхи вчора. зачистили десант, який висадився в Гастомівському аеропорту. Или аэродроме, как его еще называют, был тяжелый бой несколько часов. Смогли и важно уточнить, что если бы вчера этого не произошло, я имею в виду, вражеский десант не был бы зачищен и подавлен. Сегодняшняя ситуация в Киеве была бы куда намного хуже, мы наблюдаем группировку, усиленную танками и бронированными боевыми бронированными машинами. Это те именно. Группы, которые пробились в Чернобылю, вчера его захватили, и сегодня идут с этого направления в Киев. Очень разрозненная информация, пока не вижу, что бы говорил Генштаб официально. Там был один интересный момент: мои источники из спецслужб сообщили, что э, россияне переодеваются в нашу форму, садятся на нашу технику захваченную. Да, мы ее теряем, надо признать даже больше, чем в 2014 году, но это война. И садятся, и заезжают под видом наших военных через блокпосты, не привлекая внимания гражданских, которые бы могли сообщить в противном случае. Но сегодняшние технологии позволяют буквально на каждом перекрестке есть камеры, отследить, кто эти, кто эти люди, где они садились, номера и так далее, и... Как мне предупредили, что их ждет сюрприз на банковой, это так и произошло, их даже встретили раньше, их встретили люди с очень солидным настрелом, военные поймут, о чем я, то есть люди, которые очень хорошо стреляют. Собственно, это и произошло, и еще один успех в Киеве. А вклинивание произошло до пределов, насколько я знаю, обалоне. Но давайте теперь моделировать такую ситуацию. У вас большая колонна бронетехники, вам нужно пройти по Киеву. Киев – это не поле Херсонщины. Это узкие для, узкие для военной техники, узкие асфальтные дороги. Вы танкист, вы едете, представьте себе, из каждого окна, из каждого угла кто-то вылезет и выстрелит вас. Скорость продвижения этой колонны я думаю, что небольшая. И то мы сейчас говорим, как явно эти были новости утром, и сейчас точно там идут бои. В Киеве есть чем останавливать. Мы прекрасно понимаем, что это правительственный квартал, это управление вооруженными силами, все сейчас находится под землей. Кому надо, знают, где это и так далее. Но вот так вот э, заявлять, как делают наши враги, о том, что Киев взят. Понимаем, для чего это дело. Уже вчера было, говорили, что Одесса взята. Мы понимаем, для чего это делается. Но украинцы, пожалуйста, не доверяйте этой информации. За Киев еще будет бой. И я думаю, что в концу этого дня мы увидим сообщение, что эта группировка оттеснена. Я не говорю про полный разгром. Она будет оттеснена. Ну, що говорити про інформацію, що якщо деякі в минулому видатні, навіть відомі журналісти пишуть, що за секунду вчора подавлена вся військова авіація в Україні, подавлені, подавлені всі там ПВО і таке інше. Ну я не знаю для чого ця інформація розповсюджується там, можливо, для якогось заспокоєння а, да, 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 Іменно так, іменно успокоєння і и... журналісти ми. Мы... понимаем, о каком журналисте мы ведем речь. Человек подыгрывает вражеской пропаганде. А делается это для того, чтобы сегодня, кстати, как говорится, к нам подъехали финальные цифры первого дня. 2800 человек в минусе у россиян, 516 БТР, БМП и до 80 единиц танков. А, говорю сразу по собственным ощущениям и по отзывам военных, а, план первого дня провалился, он провалился и очень значительно, а, ПВО не подавлено, оно потеряно частично, оно подавлено в лишь, а, вот кстати Херсонская область, вот там мы потеряли несколько дивизионов С-300, собственно поэтому такой результат. Одна из косвенных причин. Что же говорить про всю систему ПВО-страны? Нет. Она сопротивляется и весьма удачно. А авиация, о которой говорили много, и россияне откровенно над ней смеялась по отзывам знающих людей, информацию от которых я получил уже ночью, поставили твердую пятерку, учитывая ее состояние и количество. И я думаю, что наши телезрители видели... Видео, оно растиражировалось на многих телеграм-каналах, и в фейсбуках, и других соцсетях. Как э, наш МиГ-29 сбивает э, российский Су-35. Тут важно сказать, что налет у российских летчиков значительно больше. Там 120-150 часов по разным данным. У нас это намного скромнее раза в три. Тем не менее, и при этом Су-35 намного моложе на лет 25-30, чем Миг-29, и мы видим результат. Авиация наша в момент удара вчерашнего утра оказалась в воздухе, чем себя и спасла. А, называются там проблемы с аэродромами. Да, это так и есть, но не хотят говорить, потому что это мы играем на руку, но, видимо. Какой-то альтернативний варіант базірування авіації нашли і настолько э, удачний, що авіація може і взлітати. І ми бачимо, ми про, те, про це говорили з вами вчора: що є. Ну, відверта в дії допомога. Відверто в дії ми це бачимо. Допомога від західних партнерів. Ця зброя, яку нам презентували, вона все ж таки. і Будемо вдячні західним партнерам за неї, вона спрацювала. Так. Я знаю, що підтверджені пуски джевелінів не тільки в ООС, де вони потрапили. Була розбита колона бронетехніки із 15 танків, які йшли на Глухов. Там робота джевеліни і. Не могу сказать, не ручаюсь, но по некоторой информации бой в Гастомеле, когда сбили три вертолета вот того самого тактического десанта, хотя часть из них была сбита, кстати, опять же, комплимент нашей авиации, именно нашей авиации, вот там вот работал «Стингер». Возможно, вот тот эпизод, если люди понимают, о чем мы говорим, К-52 над Межигорьем, возможно, был «Стингер». Ще одна кілька важливих питань. Хотів би поставити зокрема, вже про наш регіон, про Одещину. Спокійна ніч, відносно спокійна ніч, чому відносно тому, що так була тиша, але це така тривожна тиша. Я знаю, що люди кожну годину підіймалися, прислуховувалися. Хтось навіть включав там собі якісь там голосні там предмети, побутові, щоб тільки там не чути ці вибухи. Це за тище перед можливою якоюсь бурею. Ми не можемо лякати наших е, глядачів, але все ж таки, ми говоримо на серйозні речі. Ми зараз в військовому стані. Тому ми повинні обговорювати всі моменти. Судя по всьому, плани, які обнародувалися іноземною розвідкою, підтверджуються, І Одеса, Одеська область цель второстепенна. Собраної групі не вистачає на все це протяження. А... Вчера утром была работа по первоочередным объектам в нашей области. Она была проделана. Насколько успешно, будем судить чуть позже. Поэтому сегодняшний, скажем так, вторая волна, второй заход был ни к чему, потому что, да, были удары по частям Национальной гвардии в черте города Одессы, но все мы понимаем, что После такого они рассредотачиваются, и если ты второй раз поднимаешь самолет и, или там запускаешь ракету, ты бьешь просто по пустой казарме. Все это прекрасно понимают и делать это не будут. Но, к сожалению, расслабляться и успокаивать себя нам слишком рано, потому что один из главных козырей своих Россия так и не использовала. Я имею в виду Черноморский флот. Нам, откровенно говоря, противопоставить нечего нечего, потому что у нас были большие потери ввиду аннексии Крыма. Мы потеряли большой корабельный состав. За 8 лет, к сожалению, не время сейчас искать виноватых, но так случилось, что мы не его не компенсировали. Как кто кажут, на явных то засубив нам не хватает. И вполне возможно проведение десантной операции. Не знаю, насколько это правда, гуляло видео, якобы заминирован пляж на Лузановке. Возможно, это не Лузановка. Говорили про те, що і мерія попереджала, і облдержадміністрація військова адміністрація попереджала, що не ну не потрібно, не можна робити якісь прогулянки саме пляжами і узбережжям міста. Ми зрозуміли, що там якісь роботи проводять збройні сили, тому ми можемо тільки догадуватися, що там йде змінування. Ну, это логично, как ну, на меня. Да, скорее всего, так и есть. И, опять же, повторюсь, десантная операция вполне возможна. Я имею в виду морская, да и воздушная тоже. Потому что вроде как казалось, ПВО над Киевом достаточно плотное, но прилетело 20 вертолетов, высадило в Гастомеле десант, три из них не вернулось. И, опять же, для такой плотности ПВО слишком маленькая цифра, поэтому... Не пугаю, нікого, но і не хочу попусту обнадіжувати. Важливий момент дуже багато було новин про затримку, так би мовити, діверсантів. Зокрема, на Одещині також ці люди, які в якихось регіонах рисують жовті хрести, в якихось регіонах сіють там недобрі настрої в отрядах територіальної оборони, військоматах. Взагалі, звідки ці люди беруться? Це недопрацювання наших э, спецслужб, що вони взагалі є? Или, или, чи вони, так, завезені еще? Не могу сказать, что это какие-то были так называемые на профессиональном жаргоне консервы, люди, которые на долговременном оседании и ждали своего часа Че. Возможно, как вот недавно э, буквально перед студией увидел информацию, что девушка 18 лет задержана в городе Ровно, кажется, которая а туда она приехала из другого города, где тоже выполняла задачу рисовать вот эти вот самые кресты-метки. Возможно, это ситуативно, людей находят через какие-то мессенджеры, имейлы, ведь СБУ до этого нам показывала, как вербуют и как ведется переписка, и это не какой-то там а, «Дуб, подойдите ночью, в дупле вас будет ждать а, сверток с заданием. Нет, это электронные мессенджеры, которые мы все с вами пользуемся, только на невидимом другом конце провода. Чоловік, який сидить, роздає завдання. Поэтому можливо, ситуативка, так називаємо, можливо, люди, які ждали свого часу. Поки ми розмовляємо теж стежу за новинами, дуже багато інформації про обстріл невійськових об'єктів в Ки... На Київщині, в Київській області, також в Бучі. Я так розумію, що встріляють і потрапляє там куди завгодно. Да, здесь не то, чтобы я хочу оправдывать агрессора, но мы должны понимать, что когда линия фронта подходит к городу, цели становятся гражданскими, потому что наш враг, к сожалению, не избирает. Он видит, что вплотно, я объяснял вчера, почему Вооруженные силы Украины прижимаются к плотной застройке, это сулит большие выгоды с тактической точки зрения, но, к сожалению, да, под огнем оказываются гражданские лица. Надо понимать, что обстрелы ведутся невысокоточными средствами, их у России не так много, и распыляться на... Уничтожение какой-то огневой точки это дорого, поэтому ведется просто так называемой насыпью минометы, артиллерия. Я даже видел, как сегодня прилетел снаряд от э, урагана или смерча, еще не знаю. Но опять же, это, та, это те артиллерийские системы, которые нуждаются в корректировке. В идеале это сидит корректировщик. Я понимаю, что благо для нас их не так много или их вообще нет. И просто корректируют, сообщает на батарею 30 метров недолет, перелет и так далее. Поэтому, к сожалению, большому к сожалению, повторюсь, да, страдают люди, потому что наши вооруженные силы вынуждены отходить за естественные бетонные укрытия, которыми являются жилые дома. Трагедія сталася близько до ночі. Я про це говорив сьогодні. Вона в включенні першому ранньому на острові зміїни Україна втратила 13 прикордонників. Ну, ці люди, які ну напевно, не так вони мріяли завершити свій життєвий шлях. Як ми можемо прокоментувати те, що відбулося, тому що зміїни це ну, юридично. Это колишний Килийский район, нынешний Измаильский. Это Одещина, не просто Украина, это Одещина. Для кого-то это просто там, скала, за которую колись там воювала Украина с Румынией в судах. А сейчас это братская могила наших співвечизников. Да, к сожалению, 13 человек мы потеряли. И вполне справедливо, что президент высказал инициативу наградить их званием Героев Украины. Надо понимать, что Россия, не достигнув первый день своих планов увязло в городских боях, что мы видим, кстати, в Херсоне и в Киеве, и под Харьковом то же самое. Черниговщина. А им нужны знаковые победы, показать, что они что-то захватывают, что-то побеждают кого-то. К сожалению, таким объектом стал остров Змеиный. Мы не смогли его защитить до этого, не смогли помочь вот этой вот погранзаставе ничем. А плюс надо понимать, что это демонстративные действия, потому что небольшой объект прибывает обстреливать целый ракетный крейсер "Москва", который проектировался еще во времена СССР как так называемый убийца авианосцев, а здесь остров. От этого, конечно, не легче, но надо понимать, что враг над нами издевается. И вот такими вот насмешками, которые стоят жизни наших героев. Нас пытаются унизить и деморализовать, сказать, что мы ни на что не способны, и вот-вот вам всем наступит конец. Я даже видел, как разгоняют в соцсетях и мессенджерах информацию о том, что, дескать, мы потеряли змеиный, и значит, десантная операция на Одессу стала возможна. Ждите в три часа ночи. Мы понимаем, что никто не будет сообщать о десанте в 3 часа ночи. Делается это показательно, специально, еще раз говорю, чтобы нас запугать. И давайте откровенно, чем мешали э, проведению десантной операции 13 человек, вооруженные стрелковым оружием? Ну, я не понимаю. Это просто провокация, циничная, наглая, которая стоит нам крови. Продолжая морскую тематику, сегодня также произошли два... потрапляння, потрапляння точніше, на два потрапляння в два судна, які були в акваторії нашої акваторії під іноземними прапорами, чи ми можемо чекати на реакцію саме цих країн, під якими прапорами ці судна були одне молдовське, здається, інше з екзотичної країни, як на мене, але все ж таки можливо, якась там міжнародна реакція на це? Ну вот, от іменно що что... від панами ждать якоїсь то воєнної реакції. Смешно от... Ты все э, Азии, -то, да, не знаю, как насчет Молдовы, слышал, что румынский был флаг. Ну, допустим, даже если эти две страны, то тоже нет. Я не совсем понимаю действия россиян, потому что если бы, что называется, попали под раздачу, ну, я не видел, чтобы велись какие-то широкомасштабные морские бои и действительно, ну, что называется, зацепило. Скорее всего, такой нарочитый, опять же, показательный и наглый акт агрессии для того, чтобы, мне кажется, запугать судовладельцев, вне зависимости от какому флагу они принадлежат, что они заходите в порт Одессы, южные и вообще Украины, которые еще контролируются украинской властью, потому что там опасно. Ваши судна могут не доплыть до заказчиков груза. Ймовірно, ми припустимо ймовірність таку, не дай Боже, звичайно, якби це було турецьке судно. Ми знаємо пана Ердогана як людину, ну взагалі таку жорстку, м'яко кажучи. Чи можливо якась була відповідь на це? Ми пам'ятаємо, як 2-3 роки тому, коли військовий російський літак був збитий турецьк турецькою авіацією, військовою також, тому що він порушив, порушив дії, там які порушив правила. Я не, я не говорю, что интересно было пронаблюдать за реакцией Эрдогана, но все-таки она была богаточему показываю uh, Очень интересный вопрос, uh, потому что господин Эрдоган, будучи во всех смыслах таким восточным визирем, пытается угодить uh, всем сторонам, несмотря на то, что он uh, весьма, неодноз... вернее, однозначно, точнее, так сказать, uh, становился на сторону Украины и даже помогал в ущерб своим национальным интересам, потому что мы знаем, что Путин э, требовал от него перестать снабжать нас военными технологиями, продавать беспилотники Байрактар, которые, кстати, очень хорошо себя зарекомендовали в первый день и продолжают это делать. Поэтому не знаю, и мне кажется, что если это и была какая-то злонамеренная спланированная акция, ну тогда бы россияне получили команду не трогать суда под турецким флагом. Поэтому очень интересная ситуация. Вообще, мне кажется, что Эрдоган никогда не мирился с монополией РФ на владение Черным морем. И был даже эпизод, когда возвращался, мало об этом кто знает, возвращался наш э, фрегат Гетман Сагайдачный, который, к сожалению, сейчас в ремонте ввиду полной утраты боеспособности и нам никак не может помочь на море. Возвращался с э, Атлантического океана, и россияне выходили на его перехват, и вот его закрыл собой, по некоторым данным, так говорят военные, которые были тогда на... Сагайдачным, его закрыл с собой фрегат турецкий, кажется, я не помню название, кажется, это был Явуз, так, чтобы на РЛС, на радарах была всего лишь одна точка и не было понятно, они рядом борт-борт шли, непонятно было, где Сагайдачный. Поэтому господин Эрдоган сначала помогает здесь, но не забывает, а что же там скажут и так далее. Я не скажу, что он очень сильно боится Путина. Сирия показала, когда сбили Су-24, который зашел на территорию его интересов. Но я бы не ожидал от него каких-то слишком резких радикальных шагов, которые бы нам помогли. Мы еще хотели бы затронуть такую с вами тематику. Сегодня мой коллега на Базалук їздив в отряды территориальной обороны. Бачимо, що на прикладі Одеси на 100% заповнено. Мала, мала, мала долина, там ще залишилось відсотків 10 порожніх там, вакансій, дефіцит медиків, але звичайні громадяни з досвідом військовим, з менш військовим досвідом. Вони всі там. Я не уявляю собі таку картину, наприклад, в 2013 році. І це ми говоримо про Одесу, яка. Так собі ставилася до такої української ідеї, але ми бачимо, що, на жаль, ворог Володимир Путін він так об'єднав і дав таку українську вакцину, на жаль, з жертвами. Ну але все ж таки, ми десь позитивно дивимося на ці тенденції, що дуже швидко заповняється. Е, да. Благо, эта вакцина была нами получена 8 лет назад, поэтому очень хорошо действует. Плюс все мы понимаем, одно дело смотреть, как где-то в 400 километрах от тебя в Донецке чей-то балкон снес снаряд. А другое дело, когда ты понимаешь, что ну, вот сейчас прилетит на твой огород. Поэтому, да, очень я был удивлен такой оперативной реакцией, собственно, как и в Киеве. А в Киеве уже дошло до того, что... Даже паспорта не смотрят, подъезжают просто гражданские грузовики, набитые ящиками с оружием, люди его разбирают. Давайте не будем забегать вперед и говорить, ой, кто его получает, потому что когда горит большой пожар, не будем спрашивать, чьи ведра. Нам сейчас они нужны потушить, а вот потом уже будем говорить, чьи они и кому их надо вернуть. Поэтому, но Разрозненная какая-то ситуация поступает в чатах, видел, что люди говорят в Николаеве, к примеру, приходят в Тероборону, и им говорят, да, 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 хорошо, спасибо, разворачивают и уходят. Несколько легкомысленно, мне кажется, это делать, если же есть какие-то уже наработки, понимание, где должны быть задействованы эти люди. Причем мы должны четко понимать одно, что пока... Вернее, мы даже не успели вооружить их каким-то более-менее тяжелым вооружением, минометы, какие-то противотанковые комплексы, гранатометы. В основном это одно стрелковое оружие, и такие подразделения годятся для охраны и обороны каких-то важных объектов. Поэтому как бы, пренебрегать таким козырем, опередить, сопер... да. опередить врага, не будем говорить соперника. У нас не спорт, у нас да. война. Поэтому почему так, не знаю. Не знаю. Хочется думать, что там кто-то в штабе умнее меня и нас всех, и знает, когда нужно задействовать этих людей. Но... Возможно, во мне говорят эмоции, но что-то мне подсказывает, что не надо отпускать этих людей, тем более, если они уже приходят и готовы. Давайте будем готовыми заранее. А ми вчора, і я сьогодні теж пропоную продовжити обговорювати тематику підтримки західних партнерів. Все ж таки, так ми бачимо, що дещо голова держави він все ж таки вимагає, ну не вимагає, а чекає на на дещо більше ніж санкції. Але я намагаюся розуміти і наших західних партнерів. Дуже багато років до років особливо європа вона була максимально залежна і залишається залежною від ну, той же труби з блакитним паливом. Ну ну як ось зараз відмовиться від цього і впроваджувати такі серйозні санкції, окрім там санкцій проти банків, проти політиків, проти інших важливих осіб на в Російській Федерації. Але ми бачимо. Інші дії дієві механізми я теж стежу за спортивною складовою. А, ті заходи, які мали відбуватися в Росії, де зараз немає бойових дій. Вони ідентичні тим, що зараз в Україні. В Україні зараз звичайно, звичайно, немає ніякого спорту, тому що на країну напали країна під атаками в Росії. Забирають Формулу 1 фі, фіна, фі, фінал Ліги чемпіонів. А із Росії втікають футбольні легіонери спортивні також. Техніж... Тобто і на це російська преса, більш-менш ліберальна, дивиться такими квадратними очима і запитує всіх, а ми ж попереджали, що таке може бути. А, ваша позиція щодо нової, нової такої порції невеличкої, така цеглинка, невеличка санкцій по відношенню до агресора. Я розумію, що м -м, економічні санкції, все, що стосується політичної составляючої, Они были отработаны заранее, и поэтому вводятся сейчас и показываются вот то, о чем мы говорили. Но, извините, но нам это не сейчас нужно. Нам дайте оружие. Правильно говорит президент, так. дайте оружие, так, закройте небо, если вы действительно хотите. Не сказал бы, что не совсем мы вправе это требовать. Будапештский меморандум, к сожалению, да, он прописан был слишком на скорую руку. Надо было вывести ядерное оружие, под эгидой одной страной его собрать. Мы сейчас говорим о, о наших врагах, которые почему-то говорят, что Запад с первого дня существования хочет их изжить. При этом после распада Советского Союза все ядерное оружие собрали в их руках, позволили это сделать, и еще оставили э, кресло постоянно член на ООН. Поэтому э, те э, механизмы, которые предлагают сейчас ограничения, безусловно, они будут действовать. Да, они жесткие. Я тоже слышал э, мнение российских экономистов и экспертов, они говорят, что даже отключение SWIFT, ребята, поверьте, это то, что сейчас требуют, поверьте, это в перспективе намного хуже, чем просто отключение SWIFT. Хотя я, например, как в прошлом банковский работник, не совсем понимаю, почему так впились в этот Swift, потому что мы должны понимать, что это, грубо говоря, тот же мессенджер, которым мы пользуемся, но в случае, если у нас его отберут, мы просто скачаем другой, который работает чуть хуже. Поэтому чего Swift? Давайте говорить о серьезных санкциях, таких как запрет на экспорт, из которого Россия получает валютную выручку. Э, запрет на экспорт серьезных технологий которые используются в том числе в оружии против нас обращенного но опять же я сейчас сторонник того что вот это давайте говорить потом вот это потом дайте сейчас нам дубинку чтобы отлупить хулигана люди е людей усточа. Сильно заряженных а, людей. Ложно сказать, потому что мне не удается связываться вот так, вернее, точнее сформулировать, если я пишу военным на передовой, я пишу конкретные вопросы, а такое вот тут надо поразмыслить, да, да? я не могу давать людям время отвлекаться на у них более серьезные задачи, чем просто со мной переписываться, чтобы я сейчас сидел и умничал. А, насколько я знаю, бригады вступили, мы не говорим про ООС, мы говорим про бригады, которые вступили в бой на, по периметру всего нашего фронта. Они были не укомплектованы по штату военного времени. Сейчас мы будем догонять призывом резервистов. Я видел большую очередь, что порадовало перед прямо расположением 24-й механизированной бригады не помню, вот где именно она размещается да, и не надо подсказывать нашим врагам. Зачем? Это те люди, которые проходили службу там. Поэтому, влившись туда, вот одевши форму, они будут знать, в каком они дивизионе, в каком они расчете, в каком подразделении. Это будет очень быстро. Поэтому надеемся на то, что удастся закрыть бреши. К сожалению, по официальной информации у нас: 137 воинов впавших, поэтому. Это записано мы первого дня? Да, это цифра. да. Уточним, что, к сожалению, сегодня мы увидим другие цифры. А, вопрос в том, что насколько хватает теперь материально-технической базы, элементарное оружие, техники, комплексов, которые они обслуживали. С этим могут быть объективные проблемы. Поэтому сложно сейчас сказать. Ще хотів на останок поставити питання, ми е, скачемо з однієї теми на іншу тему, але все ж таки ми е, в умовах часу, коли дуже багато інформації. Е, Юліана, хотів таке теж запитати, Ось отримав е, дані, про, дані від нашої Укрзалізниці, яка протягом дня скасовувала рейси, скасовувала різні напрямки. <кхід> Позрозуміло, що сторону Сходу України. Їх мінімум. І ось така остання новина, що поїзд, поїзд з Одеси до Києва, ну і з Києва до Одеси їх ну, не буде. І в мене таке питання: а що зараз більш небезпечне, яке з крупних міст? Чи ми не можемо а, в, в, обирати більш небезпечно? Де більше погроза существують? Звісно ж, Київ. Звісно ж, Київ там вже в черті города ведуться бої. А, но... Возможно, это сделано по законам, скажем, военного времени на полных правах, потому что э, нам нужны свободные железнодорожные пути, чтобы на платформах доставлять технику, которая, к примеру, не буду подсказывать врагу, но, к примеру, резервы, находящиеся чуть южнее Киева, возможно, лучше и быстрее перекинуть по железке чем они, она пойдет дорогой. Поэтому, а если там ждать, пока пройдет встречный пассажирский поезд, я все прекрасно понимаю, все эвакуируются. Я нисколько не говорю, что это делать не нужно. Но давайте понимать одно, что 22 июня 1941 года наступило вчера. И поэтому все, что мы слышали от прабабушек, дедушек, смотрели в фильмах, Сьогодні существують це реальність, і поэтому, коли ви увидіте, що ваш поїзд не прийшов, а вмісто нього поїхав воєнний ешелон. Ну, ви повинні розуміти пріоритети сьогоднішнього дня. Наступило вчора з більш сучасними технологіями. Це голос, це, це теж важливо. Інші стратегії, більш сучасні 21 з сторіччя, інші технології, інші підходи. Дякую, Юліана. Ми знову багато часу присвятили ситуацію, яка відбувається. На території нашої країни Українська армія чинить опір. Ми це розуміємо. Українська влада. Я радий, що дуже багато різних політичних сил, звичайно, крім там однієї, там вони об'єдналися, будемо говорити навколо голови держави, якому ну, дуже важко. Я не впевнений, що три роки то по тому, чи там навіть два, він в. Бачив себе саме в такої, в такої ролі, в ролі керуючого країною, яка має відбивати справжні військові атаки. Не хакерські, не кіношні, а реальні атаки. І ми зараз всі повинні голосував, хто, хто не голосував, хто не підтримував якісь політичні, там, господарчі дії. Але зараз ми всі в одній в одному. на одному такому корабле и мы должны поддерживать центральную воду. Это Це такая моя позиция. Я уверен, что пан Юлиан поддерживает. Да, всем. конечно же. И хочу обратиться к тем, кто находится сейчас в тылу, будем называть вещи своими именами. Вам тоже есть чем заняться, если вы хотите помочь армии. Если вы не вступаете в ряды территориальной обороны, пожалуйста, сдавайте кровь. Самое главное, не ведитесь, пожалуйста, на провокации. Вы должны понимать, что враг ведет. ИПСО, так называемые ИПСО, информационно-психологические спецоперации. Пожалуйста, не постите, десант высадился там, десант высадился здесь. Возможно, конечно, кто-то из местных что-то увидел, посмотрел. Да, я все это прекрасно понимаю, но, пожалуйста, вы сеете панику. Люди бегут в магазины, люди бегут в аптеки. Все это парализует, в том числе и военных, которые должны передвигаться по городу. Пожалуйста, проверяйте информацию. Я никому не гарантирую победы срочной, быстрой и молниеносной. Но я хочу вам сказать одно, что несмотря на очень тяжелый второй день вторжения, полномасштабное вторжение с применением всего спектра вооружений, вы должны это прекрасно понимать, против нас только ядерное оружие не используется. Все используется. Государство в лице президента и начальника генерального штаба не теряют управление над армией. И это очень важно. Они получают данные, что происходит, и они прекрасно понимают, кого куда отправить. Пожалуйста, не ведитесь на фейки и не звоните знакомым и друзьям, что военная академия Одессы захвачена вражеским десантом, поэтому, пожалуйста, разбегайтесь, не ведитесь на это. Дякую, Юліана. ми будемо стежити за новинами. Будемо сподіватися на більш приємні новини, але ми всі розуміємо в умовах, якого часу ми живемо. Сподіваємось, що найближчим часом зустрінемось і обговоримо, що відбувається. Залишайтеся на телеканалі Репортер. Стежте за інформацією. Обов'язково на вас ще чекає інформаційний блок, кілька нон-стопів і ми потім передамо слово нашим колегам з каналу Україна 24 і каналу Рада. Залишайтеся з нами, бережіть себе. На все добре.